Солнышко уже практически перестало жарить. И пойду дальше в путь. Жалко, GoPro нету. Сейчас передо мной рыбёха сантиметров 30 выпрыгнула прям вот здесь вот. Здорово. Так за этот короткий маршрут столько интересных моментов было. Ну, не успевал телефон доставать. Столько птиц, столько... Я и пород таких не знаю. Смотрите, вот так нужно отдыхать. Ступни по гру жать. Вот такую вот кашицу, она лечебная. Пенку ложить на неровную поверхность. Своего рода массаж для спины. И желательно рядом целебная растительность, которая после нагрева солнца вечером отдает целебный аромат. Вот я сейчас полежал минут 15, снова бодр и снова продолжаю путь. С конь-колодезя я вышел, а после кривоборья сколько вот таких вот песчаных островов. Этот вот уже, наверное, 10-й, если часам 11 мне встретится такой же, я на нем ночевку устрою, а утром зарою там сокровища. Солнце садится, озаряет красками заката тихий Дон. Нашей Усманке нужен он. Сейчас в районе Медовки, Воронежской области, течение Дона здесь такое серьезное. Налетел на перекате на каменистое дно. Серьезно прям. Был бы на резиновой байдарке, поход закончился бы у меня здесь. Но хорошо, что мой терминатор меня сейчас своей прочностью выручил. Не знаю почему, столько много мелей оголилось. Дон, видимо, мелеет или еще по каким причинам, не знаю. Время 4 часа. Встал где-то час назад. Вот мое первое место ночевки. Палатки у меня нет, только строительный утеплитель и спальный мешок. Хорошо подкрепился. Продолжаю путь. Всегда интересно, что за новым поворотом. Вот такой берег на Дону перед Воронежем. Моя парковка. Дон чист. Пейзажи прекрасны. Я молодец. Якорь не бросать. Уточка с выводком. Лесной массив в районе Воронежа. Сейчас бобра видел в 6 метрах от меня плывущего. Здорово. Вот такие перед Воронежем на Дону мегалиты. Их здесь довольно-таки много. На протяжении уже около 200 метров наблюдаются вот эти вот камни. Я предполагаю, это выход из земной платформа, или как правильно будет, не знаю, поправьте, если что. Вон уже Воронежград.
А это горнолыжный курорт, видимо. Если кому нужен для ремонта, имейте в виду в Семилуках. Не знаю, от какой это машины. Предположительно от Мерседеса. Серьезные агрегаты. Мощно. Сейчас адреналину хапнул конкретно. Перекат проходил. Хотел с краю его обойти. А он оказался с краю сильнее, чем посередине. Понтонный мост. Пока что я не вижу, смогу ли я под ним пройти. Если не смогу, то ничего страшного. У меня есть колесики. Ура, есть проход. Вовремя мне мост встретился. Дождик начался. Я здесь под ним немного пережду и пойду дальше. Падение реки Воронеж в Дон. Продолжаю путь.